морковки сортовые Шантанера Кор, Шантанера Роял. Единственная разница в них, я бы советовал Шантанера Роял продавать на первый оборот, Шантанера Кор продавать на второй оборот. Потому что у Редкора есть, если есть резкие понижения или частое понижение температур, то этот сорт он может уйти в стрел. На второй оборот, то есть на осеннее выращивание, он подходит лучше. То есть вот, если вы, вас интересуется, да, в начале сезона на весну, то я бы советовал Роял, если на осень, Шантанер Кор. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.